Цель таких бюро – собирать информацию о людях, которые хотят получить кредит, причем не только негативную, но и позитивную. Кому и зачем это нужно, расскажет Елена Ролеева. Допустим, кто-то хочет получить кредит. Если кредитная история претендента до сих пор была не очень хорошей, информация об этом у банка есть. Но если истории нет вообще, а человек отличается тем, что честно и вовремя платит по всем счетам и не имеет никаких долгов ни перед оператором мобильной связи, ни перед компанией, вывозящей мусор, банк ничего об этом не знает. Подтвердить хорошую репутацию как раз призваны новые кредитные бюро. Они будут лицензироваться, и смысл в этом в том, что информация в кредитное бюро будет поступать не только негативная, да, но смысл в том, чтобы и позитивная. Вот если человек платит свои по счетам и не опаздывает, то таким образом он есть в какой-то момент, если он захочет получать какой-то кредит или после, ну, есть какие-то продукты, которые есть после оплаты, да, то это, в принципе, чтобы он создавал себе позитивную кредитную историю, после чего он мог бы получить этот же кредит дешевле. Потому что риск, то, что он не отдаст этот кредит, будет ниже. Уже сейчас лицензию получили 3 кредитных бюро. Система должна работать так. Компании типа Латвэнерго, Рига Силтумс и остальных могут предоставлять бюро данные о своих клиентах. Бесплатно. А вот потенциальные кредиторы или продавцы товаров в лизинг уже за деньги могут эту информацию запросить, чтобы убедиться в порядочности будущего клиента. Без разрешения человека эту информацию никто не видит. Человек захочет получить какой-то, не знаю, кредит. Он идет и дает разрешение проверять о себе информацию везде. Только на этом основании эту информацию можно смотреть в кредитном бюро. Соответственно, они, ну, если мы не можем вас, не разрешайте, чтобы мы вас проверили, значит, как я могу вам доверить и выдать кредит? Ну вот это здесь должно быть обоюдное согласие. За границей кредитное бюро – выгодный бизнес. Люди получают доступ к кредитам или доступ к каким-то, ну, не знаю, они получают, который он дешевле, если они себе сопоставляют. У компании появляется, они не так много теряют денег на плохих, кому выдавать кредиты, да. Они просто, и все выигрывают. В ассоциации заемщиков считают, что кредитные бюро действительно могут стать подспорьем для тех, у кого нет никакой кредитной истории. Меня, конечно, опасает то, что как это будет происходить именно в том случае, когда человек взял кредит, и как эта информация будет обрабатываться, и как человек, который все-таки свои долговые обязательства исполнит, как он с этой данной базы, да, видит, да, ну, как его исключить из этой базы. Да. Поэтому, конечно, закон новый, закон надо поработать и посмотреть, как это будет все осуществляться, да, я думаю, через год, да, но мы сможем уже сказать, что эта инициатива была, ну, хорошая и плохая. Но... Отметим, что у частного лица доступ к информации о себе тоже будет. При этом он имеет право требовать изменить какие-то данные, если они потеряли актуальность или не соответствуют действительности. Елена Ролеева, Улдис Вейс, телекомпания ТВ5.